такой вот проект, который позволил познакомиться нашим российским, ну не только приезжали из разных стран люди, девелоперам, с нашими ландшафтниками, наладить какой-то контакт, диалог, и действительно люди в процессе конференции, ну, договорились до каких-то проектов, которые будут реализованы. Добрый день, меня зовут Михаил Прочмарчик. Я предоставлю вам сегодня презентацию своего проекта, в котором главное и основное звено это является, как Елена говорила, водоем, который позволяет сохранять существующую, то есть осадку природы. Одна из проблем то, что, конечно, видя водоем на своей территории микрорайона, жители первым делом покупают какие-то карпы и караси и запускают в воду, что дисбалансирует качество воды. Поэтому нужно следить за тем, чтобы вовремя отловить, запустить хищников, либо стараться, чтобы рыбы там не было вообще. Чем больше пористость, значит, пород, используемых для водоема, тем больше микроорганизмов есть шанс зацепиться и заселиться там, что тоже оказывается благоприятно для качества воды. Это, по сути, сайт, вот эта территория, это единственный повод вообще у жильцов, чтобы это купить, потому что это очень неудачный район. Там очень много квартир, очень много домов, и стоимость этого водоема была распределена на все квадратные метры, которые продавал застройщик.